Здорово, ребят! Наконец-то у меня получилось выбраться на рыбалку за хищником, а именно приехал я сегодня на водохранилище, буду ловить щуку на большие вот такие вот приманочки. Ну, по крайней мере, буду пытаться это делать. Что у меня из этого получится, вы увидите в этом видео. Приехал я сегодня на рыбалку с ночевой, так что думаю, что времени на то, чтобы поймать какую-нибудь хорошую рыбу, у меня хватит. Я потихонечку еду, смотрю за обстановкой в экране эхолота. Все дно здесь в пеньках. Ищу рыбу. В данный момент ищу скопление белой рыбы. Вот. Но пока я вижу только отдельных рыбок. Какого-то большого скопления рыбы нету. Поэтому сейчас пока попробую найти бель. И уже по бели сориентироваться и попробовать выставиться. Это да, был удар жесткий. Фух. Заметил рыбу, большой косяк, и за ним две тени следовали. Сейчас вот была первая поклевка мощная. Вот это, ребят, зубки. Вот это ни хрена себе зубоньки. Кошмар. Немножко я переоделся. Пододел термуху. Шапку поменял на кепку. А то что-то голову надавило немного. И целый день. Ну, будем сейчас еще немного искать рыбу. Монотонный поиск, однотипное дно, везде сплошные коряги, рыбы белой больших скоплений нету, она не плещется, ветер восточный, ну короче, все как мы любим, по-простому-то у нас не бывает, чтобы приехать и рыбу не ловить. Ладно, постараемся еще часик, потом надо будет лететь до машины, брать палатку и где-то разбивать лагерь, готовить жрачку и ночевать. А завтра проснемся и поплывем пороть щуку. Нашел, в общем, ребята, рыбы, плещется тут везде со всех сторон белую, и вот хочу ее всю прокидать. Стая большая,
белая рыбка. Может быть, ее кто-нибудь здесь пасет. Итог сегодняшнего дня, можно сказать, что абсолютно никакой. Была у меня одна поклевка, мощная, порезала мне гобишада. Ну и на этом все. Где я сегодня только не был, на каких местах только не плавал, но, к сожалению, больше поклевок не было. Начинается дождик, пора валить до тачки, по-быстренькому где-то ставить палатку, пережидать грозу, спать несколько часов и на утренний клев. Короче, не доехал я до машины, сижу вот в кустах, лодку поставил, лодка стоит вон на берегу, накрыл там все плащом ОЗК, сам сижу в кустах, пережидаю грозу, пью чай из термоса, выжрать охота, но ничего не поделаешь. Пошире я не поеду сейчас, пока гроза прямо над нами, шваркает нормально, так что пережидаю и уже... Наверное, по темну поеду. Фонарик у меня есть, так что не пропадем. Ну, короче, переждал грозу. Все равно там вот какие-то тучи непонятные. Сейчас еду до машины. Возьму палатку. Запечу ее тут где-нибудь. Я еще спички забыл. Короче говоря, все как мы любим. Все по плану. Надеюсь, что утром все-таки получится поймать рыбку какую-нибудь, чтобы поездка не была впустую. В общем, вот у меня лодочка стоит. Сам я уже в палатке. Хорошо, что у меня камера инфракрасно снимает. Сейчас надо будет приготовить, пожрать. Ну и отрубиться немного, поспать. Потому что скоро уже вставать и снова идти рыбалить. Наверное, помидорку еще сюда покрошу. Плиточку не включаю. Сейчас сначала покрошу все. Яйца разобью. Потом включу, а то газа что-то маловато. Вдруг не хватит. Это будет номер. Так, сегодня приключения у нас всякие разные. Так еще и это, если будет, так вообще финиш. Яичница с помидорками будет. Завтра с утра проснусь, по-быстрому все сложу толково. Поеду туда, где у меня сегодня была поклевка сильная, прям как молотком по рукам. И уже оттуда буду начинать. Так, ну что, все, можно поджигать. Яичница. Надо, наверное, сделать огонь поменьше, а то все подгорит. Хотя, в принципе, я и тарелки-то не брал, буду со сковородки жрать. Доброе утро, друзья, товарищи. В общем, проснулся я сегодня
половине третьего, но была погода, мягко говоря, так себе. Поэтому решил еще часок поспать. И сейчас вот такая вот погодка. Более-менее утих ветер. Более-менее перестал капать дождик. Ну и, собственно говоря, наверное, можно выходить на рыбалку. Кстати говоря, в эту рыбалку, получается, половину дня до самого вечера я использовал аккумулятор Титанат на 52 ампер часа. И получается, за это время он у меня высадился на 70, до 78%. А прибор у меня Lorenz HDS 9 Live. То есть Lorenz жрет прям конкретно. Этого аккумулятора, я думаю, что мне хватит на 2,5 дня. Плюс ко всему у него тут есть еще зарядочка вот такая вот. USB. Можно заряжать телефон и камеру одновременно. Очень классная штука, удобная. Рукояточка такая прорезиненная. Весит всего-навсего. Вон там 6 кг, по-моему, весит, что ли. Что-то такое. В общем, немного. Надо собираться потихонечку, да, сваливать, рыбалить. Может, сегодня в пасмурную такую погоду пару щучек завалим крупных. Ну, в общем, я уже горелочку-то включил. Сейчас надо нагреть воды, чтобы залить термосок, чтобы нормально оплавать. Сейчас пока будет греться, позавтракаю, быстренько выпущу спальник, весь шмургат, установлю эхолот на лодку и так далее. Ну, короче говоря, подготовлю все и иду в бой. Выбрался я, в общем, уже на воду. Иду сейчас по глубине 11,8 метра. Очень много леща на дне. Плавают также отдельные какие-то большие рыбы. Даже не знаю, стоит ли, не стоит останавливаться, прокидывать эти стаи. Сейчас, если будет прям большая-большая стая леща, тогда попробую остановиться, прокинуть.
Есть! Есть! Клюнуло! Ух, хорошая! Жесткая! Ой, жесткая клюнула! Пойдет! Эх, дорогуша, дорогуша, как же так-то ты зацепилась за глаз? Стой! Стой! Мощная! Большая тетенька! Как так-то? Как же так получилось? Вот такая вот, ребят, попалась щучка. Не знаю, сколько в ней вес. Ну, такая где-то, наверное, килограмма 2,5. Может, под трешечку такая. Хорошая тетенька. Вот. Прекрасно клюнула. Единственное, что плохо, то что она попалась за глаз. Сейчас я ее посажу, наверное, на кукан и посмотрим. Если сдохнет, значит заберу домой. А если оживет, значит мы ее отпустим. Короче говоря, щуку я пока что посадил на длинный кукан. Специально у меня кукан с большим-большим тросиком. Вот. Посмотрим. Если оклемается, тогда я ее отпущу. Если нет, ну тогда и смысла нет отпускать. Так, ребят, проходил я, получается, ну, грубо говоря, сутки целые на аккумуляторе. Титанат 52 ампер-часа. Значит, осталось у меня 56% заряда. То есть, грубо говоря, я могу еще целые, прям вот целые сутки, 24 часа гонять свой эхолот. То есть, грубо говоря, мне его хватит еще на 2 дня рыбалки. Смело. Значит, аккумулятор действительно классный. Позже я о нем вам расскажу. Ну, а те, кто задумает его купить, есть промокод внизу под этим видео. Пожалуйста, вводите, и будет вам ссылка на 5% от меня лично на такой аккумулятор. Штука классная, заряжал я от него и телефон, заряжал я от него в этой поездке и камеры, и постоянно у меня работал эхолот. В конечном итоге 56% у меня еще осталось. Короче, офигительная штука, очень даже классная. И самое интересное, то что кто-то может сказать о том, что это дорого, а я скажу, что это экономия денег. А почему, я вам потом расскажу в следующих видосах. В общем, ребят, силы у меня уже окончательно закончились. Для тех, кто подумает о том, что с эхолотом поймает даже дурак, ну вот как бы можете посмотреть эту рыбалочку от начала до конца, проанализировать, сколько было пройдено километров, сколько было постановок. У меня уже просто болят руки от этой гири, которую я тягал из 6 метров, из 10 метров, из 4, с разных глубин. В общем, прошел я
Ну, не знаю, сколько километров. Наверное, километров 12-15. Обловил очень большое количество различных мест. В конечном итоге у меня было 3 поклевки. Одна щука следовала до самой лодки, такая где-то в районе 1,5, наверное, килограммов. И одну щуку я поймал. Рыбалка очень сильно трудовая. Как бы не за таким результатом я ехал. Ну и трофей остался непойманным. Осталась какая-то недосказанность во всей этой истории. Но тем не менее, первый блин, как говорится, комом. Будем продолжать осваивать бигбейты, будем продолжать осваивать джерки, будем ловить крупную рыбу. У меня на этом все. Если рыбалка понравилась, ставьте, пожалуйста, пальцы вверх. Если рыбалка не понравилась, ставьте пальцы вниз. Пишите комментарии хорошие, пишите комментарии плохие. С вами был Владимир Зуев. Увидимся с вами в следующих видосах.